В Ленинском структурном подразделении профессионального колледжа «Московия» в поселке Развилка состоялась ярмарка вакансий для студентов учебного заведения. Сегодня к нам приехало 8 работодателей, наши крупнейшие партнеры. Они приезжают, привозят с собой материалы, промо, да, какие-то рекламные, ну и, соответственно, общаются со студентами. Это мероприятие традиционно проходит 2 раза в год и позволяет студентам подобрать место для учебной практики с возможным будущим трудоустройством. Я вот думаю отучиться на высшее образование и пойти, может, в Домодедовский аэропорт на сотрудника авиационной безопасности 2-го номера, скорее всего. То есть уже вот такие планы есть. Сейчас вот 2-й курс, хочу закончить 3-й и попасть как-то, может, в аэропорт, может быть, в институт какой-то. «Московия» сотрудничает со многими профильными компаниями и предприятиями, где могут в дальнейшем работать выпускники колледжа. Уже много лет одним из главных партнеров учебного заведения является авиакомпания S7, базирующаяся в аэропорту Домодедово. Здесь они изучают основы основ. До недавнего времени они изучали системы регистрации, которые даже использовались в работе. Но после недавнего времени мы перешли на новую систему. Она несложная, она русская, поэтому даже без особых навыков любой сотрудник, любой студент может спокойно к нам прийти, мы с удовольствием примем. Заведующая структурным подразделением колледжа Ольга Аносова рассказала представителям предприятий о методике обучения студентов и обсудила дальнейшее взаимодействие. Проводим, соответственно, да, дни открытых дверей, то есть один раз в месяц, это ориентировочно с 25 по 30 числа, все школьники приезжают к нам, и, соответственно, мы также рассказываем о тех предприятиях, с которыми мы сотрудничаем, то есть мы уже сразу обозначаем родителям, да, и, соответственно, школьникам, что у нас есть такие друзья, да, партнеры, которые предоставляют место прохождения практики и, соответственно, дальнейшее трудоустройство. Важную роль в плане знакомства с будущими профессиями играет торгово-промышленная палата Ленинского городского округа. Для студентов проводятся экскурсии на предприятия, где они могут познакомиться с потенциальными работодателями. Ресторанный бизнес, это и логистические компании, это производственные компании. Так что предприятий достаточно большое количество, которые могли бы нам принять у себя на территории и этих учеников как практику, как на практику, так и вообще на работу в целом. По статистике, большинство студентов именно на ярмарке вакансий находят место для практики и стажировки. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.